Блять, это же... Я понял. Я все понял. Тут же нет пика. Это же обычная катка. Вард, please, guys. Someone, вард, please. Вич, доктор. Ведьма-врач. Ведьма-врач, плиз, вард. Найвард пес. Сэнкс. А, батлончик, наверное, брать, блядь. Не текуст фармить, потому что меня там ебать будет еще по ходной линии. Как быстро прокачать портнягу, Вов? Я вообще профессии не перевариваю, Вовки, если сейчас нихуя пугна верит в победу, блядь, пятихаточку просто залил. Как же заказ Сларка? Сларкевич попозже. Ну, вы видите, мид заняли, куда я сейчас... Коров тоже заняли. Оставался только оффлейн. Сларка некуда было уже брать. Забыл, чемпул, может быть, не разливардят еще. Авось прокатит. Оп, оп, оп. Хуёво то, что это не рейнджик убежал, конечно, но... Что-то прёт как-то музончик. Анзорик, просто можно танцевать уже, раз прёт. Ну-ка, поднатыкать, Альберто, поднатыкать. Ебать, ты со сплэшем сразу. То есть ты не хочешь, да, под вышкой у себя стоять, я понял. Ну ладно, давай попушим. Ну я тут постою. Больше экспириенса под тавер Альберто. Пугна в саппортах это что-то интересное на самом деле. Атаки мало. Мало атаки. Так, 5 стаков держим, хорошо. Лишняя тычка была. А вот пассивку еще на 2 взять. Да вообще мне похуй будет на них. Они меня никогда в жизни не убьют, по-моему. Да-да. Ебани на Титане. Ну, КПА, приди порядок на виде, а? 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 Чиря, ёпта и бля. Вот смотри, с кем я тебе обещаю, что я возьму Титана, если будут все коры заняты. Я возьму его на саппорта. Спасибо большое за поддержку. Нихуя ты мощный, Свен. Больше стаков, Альберт. Там кто-то отводы делает, что ли? Так, норканцы тут определенно нам нужны будут. Штормеус побежал к нам в кусты. Дай крипов. Ой, найс. Какой найс. Мы сюда их выведем сейчас. Чтобы он их не перепулил никоим образом. Сюда идем, ребята, сюда идем. Стойте, проходите, стойте. Химия в кустах — это что-то удивительное. Хуя ты мутишь пугней. Хорошо.
сука, надо было подождать чуть-чуть. Не нравится мне атака Тимбера очень. Тай-тай. О, Господи Иисусе! Шрия! Можно на поджике next. Ну или просто сыграй на нем, когда в кайф будет. Костя Кот, спасибо большое за очень внушительную поддержку. Дай бог здоровья, брат. На поджике? Ну, блядь, тут грех отказывать. Рубасик, спасибо большое, парень, за внушительную поддержку. Хорошо. И сюда пугна. Спасибо, парень. Дай бог здоровья. Я аж прозрел, блядь. Паджика. Ну, паджика, кстати, можно в хард взять. Не так плохо. Так, можно ботл, в принципе, себе взять. Не будет лишним, по-моему. Урса, брат, урса, вцепилась, блядь, медведица ебаная, отъебись от меня. Шрия! Тут полицейский разворот, не, я за руной пошел. Альберт, да-да. Вечер добрый. Добрый. Спасибо, что подрубил стрим. Мой вечер удался и настроение. Чего я тебе желаю? Всех благ. Больше стыков XDDD. Спасибо большое, Лами Горби. Дай бог здоровья. Спасибо за поддержку, парень. Просто развал кабин, нахуй. Какой приятный герой, пиздец. Так, ну тут с Олрингом попахивает, да? Свен стакать побежал? Да, я видел этого крипа оранжевого, который хромал по речке. Ёбнишься, блядь! Шрия! Ну, я как бы не настаиваю, просто предложил. Парень, ты меня пугаешь. Спасибо большое за еще очередную 1000 рублей. Дай бог здоровья. Спасибо, друг. Это очень внушительно, очень. Спасибо. Фу, блядь. Жестко. Ты меня прям с колеи выбиваешь, парень. Я только сфокусировался на катку. Дай бог здоровья. Свен не хочет тапки, да, покупать? Странно. Блять. Просто грех въебывать крипов сейчас на самом деле.
Das Widuli, брат. Так. Отпиваться. Так, рунки пока не будет, пойдем возьмем себе бустер. Бля, там у выпера проблемы какие-то. Или мне показалось. Да, есть некие проблемы. Кстати, у штормала умана. Медведь, не выебывайся. Ну ладно, ладно. Твоя взяла. 6 стаков, это слишком опасно. Я думал, он, если честно, на ХГ залетел. Он не залетел, песик. Ладно, вас там двое. На лоу хп, надо стаков набрать. Бейте меня больше. Сука! Ну ладно. Братик, иди сюда. Байбек и куплен. Не зря педали нажимали. Нужно руну забрать сейчас точно. Сколько там рецепт на было солнце? 900, нихуя. Слишком много. Так, шторма мы не убьем с фулманой. Ну его нахуй. Ого, ого, нихуя себе, иди сюда, брат. Нихуя ты играешь рискованно. Тихо-тихо-тихо. По-братски. По-братски, Лина, по-братски. Стаков, стаков, Альберту, стаков. Я пошел назад. Окей. Сейчас рунка будет. А в чем есть реборн-то? Как он влияет-то? Так, вот и почти арканчики есть. Мне надо руну забрать. It's my rune, dude. It's my rune. It's my rune. Let me rune, let me rune, let me rune. What the hell are you doing, man, mate? Окей. Сережа, балкон. Алик, передай привет Гуталину с Медыни в стриме по звезде.
Гуталину. Сережа Балкон, спасибо большое за поддержку. Так, кому там Гуталину? Изи. Привет, Гуталину. Хотя там, походу, еще какая-то приписка была к Гуталину. Так, у меня лагает, да начинали рассматривать его за ногу. Блядь, ну мне мана теперь нужна. Хотя сейчас пулсончик прилетит, я регениться нормально буду. Так. Смедыни. Гуталину Смедыни. Легко. Смедыни Гуталин. Так, чекрамчик. Настало время качать. Химика там серьезные идимы, конечно. Так, ну тут, кстати, будет иметь место дагер, травела и ульчик какой-нибудь против форсы, против шторма, если там будет торчит. Ну, первым мы, наверное, дагер возьмем все-таки. Дагер будет очень кстати. Еще рунка нужна определенно. Алик, ты лучше, спасибо большое, дай. Дай бог здоровья. Да. Это кто? Это Урсевич? Урсевич с ТП. Ну вот еще один.
Хотя гоним же охуенный артефакт очень для Тимбера, но уже похуй. Уже похуй. На скольки стрим планируется? 10-11 часов по Москве, ребят. А что, станчик не хочешь, там никто кинуть? Ну ладно. Ладно. Experience! Time to Put, ресап 2 месяца. Спасибо большое, брат. Добро пожаловать на стрим снова. Спасибо. Что там шторм выебывается? У него мана есть? Нихуя он там мантить пытается. Вайпер просто съел. Зачем ты меня киляешь? Потому что ты даун. Аргумент. Просто. Попробуй Гирыча со сборки через проказ догон. Ты реально охуенно сам пробовал. Да, по-моему, это скучненько. Типа эти артефакты еще насобирать надо. По игре может что-то пойти не так и будет все плохо. Потому что тут какие-то непонятные игры. То нормальных дают, то не очень. Этот Свен спугнул, это какой-то странный лайн был. Тимбер прямо ОП был на этой линии. На чей концерт бы поехал? Тиеста или Армин? Тиеста, наверное. Хотя Армин тоже эпик. Ну ладно. Изейшая. Кто тебе что сделает с баражем в 600 дэймэджа? Там много всяких героев есть. Типа пальчик Алеона какого-нибудь, и гирокоптер заканчивается. Потому что в ХП он, судя по всему, не тарится, судя по твоему билду. Так. Это третья была победная, хорошо. Перекурчик, ребят. 2-3 минутки, далеко не разбегайте. Ширья! Фак-щет-мен. Нежная ширья, как Несле, как Милка. Просто без орехов, без всяких там начинок. Просто ширья!